Привет, ребятки! Для тех, кто не видел, да, у меня новый цвет волос. Об этом я рассказывала историю своей покраски и все такое. Ай, я хотела взять потише телек. Ай! Не то. Хотя это даже лучше. У меня всю неделю было не очень хорошее настроение, не хотелось ничего снимать, потому что это очень-очень передается именно в видео, то есть с каким настроением снимаешь. А у меня вообще его не было. Вот. У меня сейчас огромный пакет заказа корейской косметики, которую я заказывала у девочки, у знакомой, которая была в Китае. И, в общем, она сделала мне огромное-огромное одолжение и привезла много всего того, что я хотела, и даже больше. Должна я сейчас поснимать несколько видео. Вадимка сейчас в душе. У нас сейчас происходит большой дурдом дома на самом деле, потому что, как я говорила раньше, мы... зал переделываем, и сегодня шкаф забрали. Мы продали шкаф в купе. Просто вам сейчас покажу. Это сейчас у нас тут такое вот творится. Ничего нет. Диван на перетяжке должны, по идее, уже скоро привезти, я так надеюсь. Кексондик тут сидит одиноко. Ну, а тут... как будто мы куда-то уезжаем, переезжаем. Все, буду начинать снимать, делать макияж, чтобы у меня было какое-то первое впечатление. Потому что нужно еще это все потом отредактировать, немножко войти снова в процесс съемки. Вадимка сейчас как раз выйдет с душа, будет готовить обед, поэтому нужно быстренько снять одну часть, пообедать, а потом остальную. А, и вечером мы идем в планетарий. У нас в городе Днепропетровске есть планетарий, в котором я ни разу не была и вообще никогда не была ни в каком планетарии. И, насколько я знаю, у нас вообще в Украине их только 6, поэтому обязательно надо попасть. Вечером как раз идем на сеанс, который называется «Экстремальная вселенная». А после этого пойдем в паб. У нас есть новое местечко, которым с этим местом меня познакомила Даша, которую вы знаете, тоже блогер. Леди Укр 87 или Леди 87 Укр. В общем, Дашка, если ты меня смотришь, ты поняла, мы очень-очень полюбили паб «Три ноги» и обязательно туда снова пойдем. Вот она, блогерская правда. Здесь красивая блузочка, здесь пижамные шортики. Сделала я немножко макияж со своей корейской косметикой. Сейчас Вадимка уже приготовил обед. Но его я вам не буду показывать, так как он тут бегает в очень сексуальном, откровенном виде. Но еду я покажу. У нас сегодня на обед будут спагетти. Я вижу, что у меня такая порция, что я, наверное, и половину не съем. Курочка и салат. Вот он, королевский обед. Вот он. Курица, спагетти, сыр, салат. Все, мы готовы идти гулять. Я в моей такой летящей классной маечке, сумка, шортики. Сейчас переобую сандали. Вадимка, а ты покажи, в чем ты. Ой, трусики. Вот это кто тебе такой подарочек? Ребята прислали. Сегодня у нас экстремальная вселенная. Я сегодня как-то не снимала еще, уже почти 4 часа. Точнее, сейчас 3:30. Мне нужно скоро выходить. Сделаю потише. Потому что мы с Дашей идем... Ой, чуть на Яшку не наступила. Мы с Дашей идем на йогу сегодня. Надеюсь, что все будет хорошо. Потому что я звонила вчера туда 3 раза, и что никто не отвечал. Будем надеяться, что будут места, все будет нормально. И собираю вещи. Покажу вам у меня такой вот топ, который я показывала в своих летних покупках. С H&M топ спортивный. Майка просто обычная.
Вообще она мне секонд, мне нравится, что она такая вот заниженная очень. Пока я в шортах джинсовых и с собой беру свои лосины тоже спортивные, буду там переодеваться. Полотенцы с душа я убираю, беру с собой свой портфель. Здесь у меня тоже чистое полотенце, если я вдруг захочу принять душ. Вот мои лосины здесь как раз, там у меня еще футболка сменная. Дезодорант буду брать, конечно же. Немного косметики. Сейчас я буду отсюда перекладывать. Вчера купила коврик для йоги специально, потому что у меня его не было. Что еще сказать? Очень-очень жарко. Надеюсь, что мы хорошо пропотеем, что нам понравится занятие, что все будет круто. А, немного, я думаю, вам видно, что я немного все-таки макияжа нанесла. Просто немного брови подкрасила, подкрутила ресницы. Немного тонального нанесла Лореаль. Я обязательно сделаю на него тест-драйв, покажу вам все, потому что вообще-то сейчас мое любимое тональное, реально. Time Fillable, который 24 часа в мягком тюбике. И немного пудры у меня тоже на лице. Так что все, буду собираться, времени мало. Встретимся, когда буду с Дашей. Мы бесстыжие, мы снимаем влог. Боже, я твою голову прям закрыла камерой. Смотрите, кто со мной будет заниматься йогой. Да, точнее, я первый раз тоже буду заниматься. Мы сейчас в раздевалке, сейчас будем раздеваться, скоро занятия. Мы еле нашли это место какими-то странными кругами. Ну что, мы отмучались. О, да, слушай, такие барахлики. Вообще, у меня все трусится на самом деле. Ноги. Теперь мы идем пить чай, расслабляться. Не, вообще было классно. Мне тоже понравилось. На самом деле. И занятия мы думали час, но было где-то полтора часа точно. Да, даже больше немножко. Мы идем пить чай. У нас тут такое красивое есть местечко, которое называется Tea House. Ай, у меня что-то капает. И тут милые столики. Мы будем, наверное, внутри сидеть. Все-таки пить не чай, а кофе. Очень забавная такая чашка на самом деле. И я взяла такие вот печеньки с предсказаниями, что будем сейчас раскрывать и читать, что же нас там ждет впереди. Спрашиваю ближнего только о том, что сам знаешь лучше. Тогда от его совета может быть польза. Предпочитай убыток нечестной прибыли. Первое огорчит один раз, второе будет огорчать всегда. В принципе, я и так очень честна в этом плане. Биби-крем от фирмы, как я понимаю, It's Skin. Смотрите, какая милота. Я никогда не пробовала никакую корейскую косметику, только несколько масок, но просто я всегда вот смотрела именно на оформление. У них настолько милое оформление всегда. И я так понимаю, этот биби-крем называется Baby Face. У них вообще, по-моему, есть какая-то серия вся с такой вот милой мордашкой, там и пудра, и еще там что-то. У меня в оттенке Moisture, там два есть оттенка, этот идет, по-моему,